хочу, не буду, не хочу, не буду, не хочу, не буду, нет, 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 все, до свидания, все, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Чего не хочешь-то, я не могу понять, мы можем с тобой нормально серию начать? Нет, не хочу, все, отстань, завтра 1 сентября, ну, завтра 1 сентября. Ну, на этом как бы жизнь не заканчивается. Мне кажется, вот так как Катя сейчас выглядит примерно 89% всех зрителей, которые сейчас находятся здесь на этом ролике. Ну вернись ты обратно, ну 1 сентября 1 сентябрем, ну как бы... Ты куда уплыла? Все. Я ухожу из этого мира. Кать, 1 сентября, но жизнь-то на этом не заканчивается. Ну пойдешь ты в университет, кто-то вообще в школу отправляется. И давай ты сейчас тогда на протяжении серии будешь просто умирать, да, получается? А что мне еще делать? Завтра, у нас... блин, 1 сентября, Кать, у нас... все, понедельник, в школу! У нас столько работы, ты себе даже не представляешь! Так, в первую очередь, смотри, я сейчас постараюсь тебя отвлечь от 1 сентября, и тебя тоже постараюсь отвлечь от 1 сентября, и вот Чебурака постараюсь отвлечь от 1 сентября. Да, 1 сентября, да, все будут страдать, но как бы, Кать, у нас реально много остальных дел. В первую очередь, я сейчас себе починю арбалет. А почини мне, пожалуйста, бронь. А бронь мы себе сейчас крафтим новую, но перед тем, как мы этим будем заниматься, пошли. Пошли, давай. Давай, иди за мной, быстренько, быстренько, быстренько. Ты видела, что я там построил на другой стороне? Смотри. Нет, еще не видела. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Понимаешь? Это мне? Да, это тебе загон, поэтому здесь давай. Бегай, бегай, лошадка, бегай. Вот туда по кругу, по кругу. Никого, никого. Да-да-да, угу. Зачем я вообще тогда приручал мастера, если у меня есть вот эта лошадка такая хорошая? Катя, отправляйся обратно вот сюда. Маргарита! Моя. Ну, кстати, да, в предыдущей серии путем голосования мы решили то, что моего жеребца мы будем называть не Максимом, а мастером. Как бы мастер и Маргарита, два хороших сочетания. Кать, садись на свою лошапедину, садись. И потопай вот сюда в загончик. И смотри, а кормить их, кормить их чем? Кормить, вот как раз таки в этом и заключается вся суть этой... У-ля-ля! Вот! Маргарита! Маргарита! Я тебе клянусь, я первый раз такое в Майнкрафте! А ты чё, мы пацаны и девушки, мы на вас даже не смотрим! Вот, у меня сейчас шок какой-то, у меня сейчас шок. Ты видел когда-то такое в Майнкрафте? Че, это не 18+, просто кто-то нам, разработчики Майнкрафта не сказали, то, что не добавили вот такое вот. А, мне кажется, что, походу, моя Маргарита — это мастер. Да, мне кажется, что Маргарита — актив, а мастер — пассив. Ну, мы уже стали, знаете, лошадиными шиперами. Ладно. Кто будет шиперить пару Маргарита и мастер? Шиперы, вы знаете, что нужно делать. Фанфики, там мастер, Маргарита, первая их ночь, первая брачная ночь, там. Все, давай забудем про это, Кать. Как будто да, это был страшный да, сон. Да, да. Ёперный кинотеатр. Вот видишь, как хорошо мастер Маргарита сразу же смогли тебя отвлечь от 1 сентября, а? Ты напомни мне! Я тебе иди сюда, поднимайся наверх. Держи. Держи. Твоя задача, мать, я отправляюсь в далекое путешествие. Я обещаю вернуться, но до того момента, как я вернусь, тебе нужно сделать там ферму. Вот там. Сделаешь ферму, сделаешь факелы, осветишь клетку мастера и Маргариты, чтобы там у них темно не было. Видишь, ты, кстати, заметил то, что я уже всю территорию здесь вне серии осветил? Видишь то, что там? Да. Меня... Вот какой я у тебя молодец. Поэтому я тебя бросаю буквально на ближайшие 2-3 минутки. Я приду, и мы с тобой отправимся туда, куда мы планировали отправиться в предыдущей серии. Куда? За обсидианом, в ад, за порталом, за голым исушителем. Все, Кать, удачи тебе там! Давай, пока, я буду тебя не ждать. Значит, я не вернусь? Хорошо. Найду себе там какую-то тёлочку в деревне жителей, куда я прямо сейчас отправляюсь. Ну, может, она хотя бы как-то лучше будет ко мне относиться, а не так, как Екатерина. Борщи не готовит, сырники не готовит, да еще и не ждет меня. Ну, хорошо то, что она меня сейчас не слышит. Я уже уплываю как бы далеко-далеко за горизонт. Ну, я тебя слышу. А как ты меня слышишь? Ты же далеко от меня. Ой! Ну, вообще-то мы с тобой по Дискорду разговариваем. А. Катя, у тебя ограниченное количество времени, я скоро уже вернусь. Хорошо, мастер, отойди отсюда. Мастер, ну-ка фу, мастер, фу, не смотри.
Они опять там вот это свои дудульки точат или нет? Да, не дают мне факелы поставить. У меня тут Игори пришли. Отбивайся, Катя, отбивайся. Да, какая помощь? Я вообще очень и очень и очень далеко нахожусь, поэтому, Кать, ты там давай без меня как-то, без моей помощи справляйся, пожалуйста. Я прибежал в деревню для... Опа, кстати, я нашел, зачем я сюда прибежал. Что ты нашел? Я тебе пока не буду говорить, что я нашел, я скажу чуть-чуть позже, тогда, когда вернусь обратно домой. Это такой секретик небольшой, чтобы ты меня просто не доставала каждый раз. А почему? А чем? А как? И что нам делать? И зачем? И вообще? Ага, хорошо, я поняла. Ну вот и все. Вот такой. А я почти закончила. Ну ты молодец. Ля, сколько здесь еды-то может быть. Кать, там вообще нужна еда или нет? Ну, я посадила, по крайней мере, тыкву и пшеницу. Ну давайте, молодец, я в любом случае сейчас немножко еды добуду, чтобы нам хватило на зиму. Как бы зимние запасы, надо мариновать всякие вот эти продуктики, пшеничку. Ты что, зимой... в деревне, что ли? Ну да, я вернулся в деревню, но как бы это не главное, зачем я вернулся. Просто под каждой серией подписчики меня доставали и тебя доставали, что мол, Едисон, вы же были в данже, почему вы с собой не взяли динамит? На самом деле, да, там было очень много динамита, который рано или поздно нам пригодится. Но, Кать... Ой... Что? Тут опять зомби-епокалипсис. И мне кажется... Да, тут опять... Ну, небольшой такой, конечно, не так, как в прошлый раз, но в любом случае мне валить отсюда надо 100%. Пацаны, подождите, подождите, дайте я заберу то, зачем я сюда пришел. Все, до свидания. Приятно было познакомиться. Удачи вам 1 сентября. 1 сентября. 1 сентября. Так, все, я забыла. Я бы сказал, типа, там, ребята, ставьте лайк, кто ненавидит 1 сентября, там, подписывайтесь на канал, кто хочет сжечь школу, там, пишите комментарии, кто... Кто что, Кать? Кто ненавидит математичку. Кто ненавидит математичку, ну как бы это мы и так все знаем, то что на самом деле так оно есть. И никто никогда не хотел идти 1 сентября в школу, поэтому, ну, я вам не завидую, конечно. Но вот эта чупакабра, которая сейчас со мной на серии находится, она мне уже всю плешь съела этим 1 сентября. Только, пожалуйста, не надо сюда мне на голову сейчас падать. Оп. Ну, я же сказал, пожалуйста, на голову не надо падать. И ты там еще больше не падай, Сера. И вот, опа. Кать, я забрал 9 динамита. Он нам пригодится, как думаешь? Да, конечно. Взрывать всех. Ты там как, справляешься? То я как бы уже домой возвращаюсь потихоньку. У меня все отлично. Все под контролем, да, значит, тебе? Да. Ой, здравствуйте, мордастуйте, скелетончик. Все, тикаем из городу! Я надеюсь, что я больше... Собака. Я надеюсь, что я больше никакой зомби-покалипсис не встречу. Слушай, ты... Слушай, ты! Да! Да! Извини, Кать, просто тут слишком нарватый скелет был. Ну все, у меня все готово. Я уже возвращаюсь! Та-та-ра-та-та, это мы тоже на всякий случай заберем. Ой. До свидания, мистер Крипер. Мистер Крипер? И вам тоже до свидания, мистер Крипер. Крипер? И вам тоже до свидания, мистер Крипер, и вы, мистер Крипер, да? Даю меня до сердечка! Катя, тут Маринка! Маринка! Я тебя не звал в гости! Да! Да! А, мистер Крипер? Ой! Мистер Крипер? Мистер Крипер! И меня в итоге мистер Крипер убил, как бы. Там слишком мистера Крипера было много. Зато смотрите, как я быстро вернулся домой. Тоже плюсики есть везде. Оп. Ты уверен, что это должно храниться возле нашей кровати? Ну как? Нет, я не уверен. Так. Да ну, не, ну ладно, давай сломаем все же, давай сломаем. Оно реально не должно здесь храниться. Давай хотя бы вот так и вот так. А все остальное мы спрячем в сундуке. Ну посмотри, что я сделала. Ой, Катюха! Смотри. Подожди. Не-не-не. Ну. Вот здесь пшеница. Ага. Вот здесь тыква. Ага. А вот здесь, арбуз.
Ну, тыква нам, в принципе, нафиг не нужна, потому что она как бы еды не дает. Ну ладно, ну пускай. Игорь. Кать, он тебе труханы сломал. Я без трусов. Кто-то без трусов. Кать, ну убей мелкого Игоря. Ага. Ай! Эй, ты что? Какой? На. Всё, ты больше ничего не сломал? Да, ну только трусы сломал. Чёрт. Мелкий, да? Мне нужны новые трусы. Только не показывай никому меня, хорошо? Хорошо, я спрячусь не... вот здесь. Хорошо. Катя, я тебя не буду никому показывать. Держим. Мы ж не видим то, что Катя без трусов. Давай, надевай. А сейчас мы будем заниматься дизайном, Катя. Дизайн. Ты знаешь, что такое дизайн вообще? Нет. Ты не знаешь, что такое дизайн. Поэтому я тебе сейчас покажу, что такое дизайн. Вот смотри, что такое дизайн. Мы с тобой сейчас сделаем фонарики. Три фонарика, которые прям будут зашибительски выглядеть у нас возле мастера и Маргариты. Там мастер и Маргарита опять сосутся. Смешно. Слушай. Опять сосутся? Маргарита, походу, реально мастер. Она так подкатывает к ней. Ну просто мой парень слишком стеснительный, понимаешь? Да, девушки всегда все в свои руки берут. Как ты это сделал? Тебе все скажи. Смотри, как красиво. Ты согласна? Да. А сейчас то, зачем я отправлялся в наше путешествие. В свое путешествие, точнее. То я принес домой. Ты каждый раз меня достаешь, типа, а как их кормить? Они же могут умереть. Смотри. Вот зачем я отправлялся в свое путешествие. Вот за этим. Поэтому, мастер и Маргарита, давайте вы тут тусуйтесь, вы тут кушайте все, что только можно. Вот. Так. Ну, Кать, ну смотри, ну красотища. Красотища. Ай. Он так может выпрыгнуть из вагона. Ну вот, поэтому я и говорю, лови мастера! Что он, собственно говоря, и сделал. Так. Так, и чтобы он больше не принял, вот так. Давай, загоняй обратно. Давай. Ну, красота же, Кать, красота. Ага, то есть хочешь сказать, что вот сюда он не запрыгнет больше? Ну, сюда, да, сюда он не запрыгнет, да. Отлично. Ну все, жрите, кони, пойдем. Все, давай, выходи. Вечно сытые, вечно довольные, вечно сосущиеся. Идеально. Прямо сейчас, ты знаешь, да, куда мы должны с тобой отправиться? Да, так я вот тебе про это и хотела сказать, что у нас есть в сундуке 3 алмаза. Нам хватит на одну кирку алмазную, чтобы добыть обсидиан. Тогда я прямо сейчас себе крафчу алмазную кирку, потому что, извини, такое я тебе еще доверить пока что не могу. Себе крафчу алмазную кирку и себе на всякий случай еще скрафчу одну железную кирку, потому что моя уже почти сломалась. Моя тоже сломалась? Знаешь, сколько на ней осталось? Держи тогда мою, а я себе еще одну скрафчу. Опа! И вот так. Так. Ну что, идем в шахту? Погнали! Перчик! Чебурак! Какой перчик? У меня слишком много собак, которых я назвал перчика, поэтому пускай этот... Ну, чебурак, все, чебурак. Кать, кстати, ты же помнишь то, что под нами находятся вот эти заброшенные шахты? То есть мы можем просто... Да. Давай копайся возле меня. Давай. Опа, уже уголек нашел. Даже не искал, уже нашел. Копайся возле меня. Ты же помнишь то, что в предыдущей серии мы вроде здесь нашли шахту. То есть здесь было много сундуков. И здесь мы, кстати, нашли 6 алмазов. Я нашел 6 алмазов до того, как Кати Крипер зарал задницу. Ой. Что? Оп! Я уже слышу зомби! Я уже зомби слышу! Нифига, как повезло. Подожди, он здесь за стенкой где-то. Подождите-ка. Вот он! Кать! Ну подожди, я так быстро не могу. Давай, копайся. Я уже нашел эту шахту. Я же говорил, что она под нами прям находится. О, а тут эти самые рельсы, шпалы. Вот, шпалы, едет поезд запоздалый. Так, давай вот сюда. Хотя нет, давай вниз прыгай. Вот сюда. Уверен? Да, я уже здесь был, здесь почти безопасно. Меня смущает слово «почти». Аккуратно, Екатерина Выхухляцкая, то на каждом шагу здесь нас поджидает опасность. Я с собой ведро взял, очень большой молодец. Сейчас ты... Я горю, держись! Ты рядом, я уже напугался, что я тебя потерял. Короче, наша задача, чтобы добыть обсидиан. Ты знаешь, как обсидиан добывается?
Да, нужно лаву водой залить. Да, заливаешь лаву водой, получается обсидиан. Поэтому... Опа! Сундучок! А в сундучке... Подводная ходьба. Чародейская книга. Неплохо. Забираю вот эти все энергорельсы. Я тоже заберу, потом, может, мы себе свою там поездовую станцию построим. Кто его знает? Поездовую. Поездовую. Ой. Поездатую. Поездатую. Ну, в смысле, очень крутую поездовую станцию. Поездатую. Поездатую. Да. Поездатую. Я слышу Маринку. Только что здесь где-то Маринка была. Так Маринка здесь живет. Это же ее адрес, да, вроде? Шахтовая 3. Ага, Шахтовая 3, дом 69, Шахтовский переулок, да? Это же она здесь живет. Оно самое. Нам дадут лаву в этой жизни или не дадут, я не могу понять. Так надо копать вниз. Так, я понимаю то, что надо копать вниз, но копать вниз очень опасно, поэтому я... Екатерина, давай прыгай вниз, прыгай! Опа, вот ага, так. Ага, а что это за мелкая фигня? Ага. Какая мелкая фигня? Да что же за... Кошмар. Просто кошмар. Алло! А зачем ты это сделал? Кто? Ты опять подтолкнул ко мне крипера? Я вообще в другой стороне шахты находился! Ты заколебала меня обвинять уже во всем! Понятно все с тобой, молодой человек. То есть ты в своем нубососестве обвиняешь меня каждый раз. А вот я нашел сундук, а в сундуке, ну, бирка и всякая мамина. Опять я виноват. Ну, естественно, кто же еще может быть в этом виноват? Только я, даже вот в этом я виноват. Чтобы вы понимали, как я каждый день живу с Катей. Я во всем виноват. О, золотое яблоко опять нашел. Пока Катя там прохлаждается на улице, я тут золотые яблоко нахожу. Я здесь. Иди сюда. Прислони ухо к стенке. Там бурлит. Там бурлыкает. Это у тебя живот бурлыкает? Нет, это лава бурлит. Я знаю, а где такой... лава? Она здесь, под нами? Прям рядышком. Я слышу, что она рядышком. Отходи! Кать, отходи оттуда, дуремонт, да лава над тобой, Кать! Ёперный, какая же ты нубососина, лава над тобой, я говорю, выбирайся! Что случилось? А как так получилось-то? Потому что, может, я тебе орал только что 30 секунд, чтобы ты выбиралась от... Ну, в начале серии ты труханы потеряла, а сейчас ты лифчик потеряла. Ооо, ты что не говоришь-то мне? Иди сюда. Короче, нам с тобой надо как-то подняться наверх. Я не знаю, где там вообще лава у нас оказалась наверху. Тут уже все горит. Давай наверх поднимайся, котел. Как? Вот так блоки под себя ставь и поднимайся. Так это самое, надо сверху убрать. Ёперный театр! Так, чуть-чуть в другую сторону, надо копаться куда-то вот сюда. Так, давай ты сам там справишься, хорошо? Опа, я нашел хорошее местечко для того, чтобы сейчас добыть обсидиан. Давай копайся наверх, Кать. А! Ядрить меня в пупок! Ты чё меня так напугал? Только что испугался, собака ты такая! Идите вы нафиг все отсюда! Моя лава, мой обсидиан! Зачем ты... Что ты в меня кидаешь? Зачем ты это делаешь? Что ты делаешь? Зачем камнями бросаешься? Класс. Берем ведро с водой и заливаем. Давай. Красота! Вау. Только сдал... А можно мне покопать чуть-чуть, пожалуйста. На, держи. Я как бы даже не против, потому что обсидиан очень долго копается. Ладно, давай, мать, приступай к работе. Что ж. А сколько нам нужно для ада? Ну, штук где-то 12. Опа, достижение. Две стихии? Это что? Мне весело, можешь не смотреть на меня, эти по своим делам. Не стой без дела, бездельник.
Ой, здравствуйте. Игорь, отстань, пожалуйста, хорошо? Игорь. Игорь. А, ну я, конечно, как бы... Ты можешь убить его? Ой, я... Где мой меч? Где мой меч? Ой, вот он! Копай дальше. Капец, то есть ты даже не смог убить, блин, зомби? Это Игорь. Убивать Игоря запрещено. Это грех. Все, может быть, теперь ты покопаешь? Я устал. Кать, херобрит, обернись, Кать, обернись, обернись, Катя, чекай! Ёперный херобрит, подожди, сейчас я... Иди, и давай скажи то, что ты его сейчас не видела, да, то, что он сзади появился, давай скажи только это. Это ты набрал ведьму лаву и выплеснул на меня. Ну, конечно, проще, чем меня, в очередной раз обвинить, в десятый раз за одну серию, нежели подтвердить тот факт, что херобрит существует, конечно. Сколько у тебя обсидиана? Так, у меня 6. Опа, нормально. Слушай, а мы с тобой можем еще на несколько обсидианов больше добыть, чтобы скрафтить себе стол зачарования. Как ты к этому относишься? Так, ну смотри, у меня 12 обсидианов. Мне кажется, что нам хватит вот это, да? Да, у меня 6. Так, ну поэтому давай отправляемся домой. Почему я подожглась-то? Вот этот проклятый херобрин! И вот сейчас, да, я что-то сделал? Ты видела, чтобы я что-то делал? Я жду тебя дома. Я как бы уже здесь. Ну, я тебя обожаю. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сделать портал. Но в портал мы пойдем в следующей серии. Давай сделаем вот здесь на крыше. Как ты к этому относишься? На крыше, я думаю, вот здесь, на песке. Да почему? Здесь прикольно будет смотреться. А можно мне построить крыш? Умею, я строю лават, портал. Так. Так, а дальше давай сама строй. Хотя у тебя же есть обсидиан. Давай строй. 1 сентября же, как бы, надо, Катя, учить. Не математике и литературе, а все же, как играть в Майнкрафт. Так, сколько наверх? Еще давай. Все, сейчас в сторону. Ага, поняла. Давай. Давай. И сейчас вниз туда. А все, у меня получилось. Нет? Ну тогда я закончу вот так. Так, и что дальше? А дальше нужно его поджечь. Но подожжем мы его в следующей серии. Как я тебе? Красиво, просто красавица. Ты в этой рамке из обсидиана выглядишь просто на все 100. Ну что, ребят, удачи вам завтра, как бы, 1 сентября. Тыры-пыры, вы там понимаете. Да, ну, короче, на самом деле, тоже в школу идти, поэтому я с вами. Аж небо заплакало, Катя. Это вот в честь 1 сентября. Это слезы детей, которые идут в школу. Не плачьте, пожалуйста, ребята, не плачьте. Не плачьте. Все будет хорошо. 1 сентября, скоро 1 июня. Всего лишь там через 9 месяцев где-то. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем меньше получать двоек в новом 2019-2020 учебном году. Ура, товарищи, ура. А мастер и Маргарита, целуйтесь, разрешаю. Соситесь, соситесь. Ну, главное, только соситесь без вот этих 18. Они опять 18+ делают. Да сколько можно? Всё, дети пока. Вообще-то смотрят, дети. Ай, не стыдно, чебураки, не стыдно. Фу, разврат.